приветствую всех. Сегодня закончилась благотворительная лотерея. Билетики все выкуплены. И мы узнаем, кто станет победителем. Где призом станет одна из моих работ. Это объемная картина. Называется «Ветка сакуры». Вот так вот выглядит эта картина. Тут видно, что веточки и цветочки, они объемные. Картину я покрывала, разукрашивала акриловыми красками. Покрыла защитным слоем лака. И мы можем посмотреть, как она под разными ракурсами выглядит, эта картина. Лотерея проводилась в соцсетях, в Одноклассниках, где были условия участия в лотерее описаны, на Фейсбуке. И на своем канале в Ютубе я тоже о том говорила, что проводится благотворительная лотерея, где призом станет одна из моих работ. Участие в лотерее такой очень просты. Билетик всего стоит 10 гривен и неограниченное количество в одни руки. А тиражная комиссия выступает генератор случайных чисел. И кто не успел поучаствовать в этой лотерее, не расстраивайтесь. После этого сразу запустится следующая, где призом станет также одна из моих работ. Теперь перехожу я в генератор случайных чисел. И мы узнаем, кто станет победителем. Так как у нас в этой лотерее продано 60 билетиков, я выбираю диапазон случайных чисел от 1 до 60 и нажимаю «Сгенерировать числа». Так мы узнаем, какой билетик выиграл, и этот номер станет победителем. Итак, нажимаю «Сгенерировать числа». Итак, выпал номер 47, и мы смотрим, кто стал обладателем данного приза. Итак, и обладатель победительным номером билетика 47 стал у нас Дмитрий. Дмитрий, я вас поздравляю с выигрышем. Надеюсь, мой приз вам очень понравится и будет вам как напоминание, что вы сделали доброе дело для одной такой вот девушки и помогли ей. Спасибо вам большое за участие, поздравляю вас с победой и желаю, что это была бы для вас самая маленькая победа, а впереди вас ожидает множество прекрасных побед в жизни. И крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Спасибо всем, кто принимал участие в данной лотерее. Для меня это очень значимо, и таким образом вы меня очень сильно поддерживаете. Спасибо вам за это. Еще раз поздравляю Дмитрия. Участвуйте все в лотереях и выигрывайте призы. Спасибо всем большое. На этом все. Пока-пока.